Сердце вселенского православия, оплот христианского монашества, земной удел Божией Матери. Святая гора Афон является величайшим центром духовности и объединяет православных верующих со всего мира. Пройти тропами Афона, посетить древнейший скит святой праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, и подняться на вершину горы Афон, которая прославилась преображением Господним, одно из самых радостных событий для каждого, в чьем сердце живет вера. Дорогие друзья, в этот светлый праздник Христового Воскресения я от всей души желаю вам мира и счастья, гармонии и спокойствия, семейного благополучия и взаимопонимания. С праздником вас! Христос воскрес!